Здравствуйте, девочки. Лето прошло. На дворе сейчас осень, холодно. Но, тем не менее, нам хочется тепла, хочется фруктов, овощей, солнышка. У меня в руках целая пачка вот таких вот интересных наклеечек для ногтей. Здесь есть коктейли, фрукты, овощи, пальмочки разные. Сейчас вместе с вами мы будем делать дизайны с этими наклеечками. Я выкрасила уже несколько типс белым гель-лаком. Гель-лак у меня от фирмы Белен, Вена Лиса, Blue Sky. И вместе с вами сейчас буду наносить эти наклеечки на типсы. Вот они, мои беленькие красивые типсочки. Давайте приступим. Для начала нужно будет нам вырезать нужный рисуночек ножничками. Не забудьте снять пленочку, которая находится сверху на наклеечке. Сама наклеечка на бумажной основе, поэтому нам еще понадобится либо салфеточка, смоченная в воде, либо стаканчик с водой, чтобы можно было туда окунать наши наклеечки. Так вот я перед вами расположу, укладываю сюда вырезанную клубничку, пусть набирается воды. Сейчас вырежу еще малинку. Ее я положу на салфеточку чуть позже. Так, здесь у меня еще есть вот такие интересные сливы, персики, вишни. Так, опять же сверху бумажечка. Что мы с вами наклеим? Ну, давайте вот апельсинчики или мандарины. Что здесь? Маленькие такие вот. Еще есть несколько коктейлей. Вино здесь в бокале. Так, давайте я вот этот возьму. Бокал с зонтиком. Обрезаю. Вырезаю. Так, пироженки всякие разные. Давайте возьмем пироженку. Эту желтенькую с оранжевым. Сверху вишенка. Красивый очень. Далее еще здесь есть у меня тоже несколько пирожных. Хочется показать вам все, как будут смотреться на гель-лаке, но смысла, наверное, нет все. Давайте я выборочно сейчас это сделаю. Здесь вот пирожные с орхидеей и мотыльком. Вырезаю. Так. Я креплю все наклейки, все слайдеры на базу. Вы уже об этом знаете. Буду пользоваться я базой Blue Sky сегодня и покрывать сверху топом от Мир Леди. Наношу тонким-тонким слоем на типс базу Blue Sky. Можно покрывать не всю поверхность, только ту часть, где будет находиться наша наклеечка. Экономить таким образом материал. Пинцетиком снимаю нашу клубничку. Так, вот она у нас хорошо, видите, легко сдвигается. И переношу ее на типс. Я объясню, почему я креплю на базу. Я уже об этом говорила ранее других видео. Потому как можно будет, она наклеечка либо слайдер не прилипнет сразу к
поверхности нашего ноготка, либо типсы, и можно будет ее, как видите, вот она легко двигается. Итак, укладываем нашу клубничку так, как нам хочется. Разглаживаем ровненько края, чтобы не было никаких бугорочков, чтобы расположилось все ровненько. И отправляю в лампу на просушку. Так я буду делать со всеми. Сейчас я их сюда уложу перед вами. Покрывать нужно лучше всего, конечно же, двумя слоями топа. Так будет лучше держаться хоть слайдер, хоть наклеечка. Это уже проверено, это вывод из моего личного опыта. Так, наносим на следующую типсу. Здесь я размещу коктейль посерединке. Поэтому посерединке я нанесу слой немножечко поплотнее. По краям его сделаю потоньше. Так. И снимаю нашу наклеечку с бумажной основы аккуратненько и располагаю по центру типсы. Смотрите, какая прелесть получается. Отправляю в лампу. Далее у нас есть пироженка. Сейчас расположим нашу пироженку. Аккуратненько снимаю. Смотрите, какая прелесть. Нежно, простенько и очень красиво. Отправляю в лампу. Тем временем расположу здесь. Так, у меня две типсочки осталось. Сейчас мы с вами еще нанесем гель-лак еще на одну, чтобы наши рисунки все можно было посмотреть поверхности типсы. Так, здесь у нас мандаринчики. Аккуратненько снимаю. Ой, какая прелесть. Хочется лето назад вернуть. Смотрите, девчонки. В лампу. Так, не забываем, что слой должен быть тоненький. Здесь у нас наклеечка чуть-чуть побольше, поэтому я покрою всю поверхность типсы. Смотрите, какая прелесть. Снимаю. Обалденные наклеечки. Тянется сам материал очень красиво. Напечатаны, удобно пользоваться ими. Смотрите, какой класс получается. Отправляю в лампу. Так, ну и давайте нанесем сейчас еще на две типсы гель-лак. Как раз вы посмотрите еще раз, как он ложится. Белен я наношу в один слой. Он очень плотный. Все белые лаки немножечко с проплешинами, немножко полосят. Но этот максимально такой удобный, скажу так, гель-лак. Потому как можно равномерно нанести в один слой без особых усилий. Вот смотрите. Отправляю в лампу. И наношу вторую.
прекрасно все. Смотрите, плотный. Девчонки, у меня возникла сейчас такая вот идея. Если вам хочется посмотреть мои гель-лаки в сравнении, допустим, там белые оттенки, либо еще какие-то вам нравятся, напишите мне об этом под видео в комментариях. Я сниму отдельное видео на каждые оттенки гель-лака, ну, те, по крайней мере, которых у меня несколько, в сравнении. Вот, например, Белен, там, Elite 99 у меня есть, Blue Sky. Можно выкрасить их на типсы, посмотреть рядышком эти белые гель-лаки. Могу рассказать вам свое мнение о них. Если вам интересно, пишите. Так, наношу базу по центру. Здесь у меня пироженка небольшая. Так, располагаю так, как мне надо. Удобны эти наклеечки тем, что их можно комбинировать еще с каким-нибудь вариантом дизайна, может быть, что-то подрисовать. Отправляю в лампу. И они, как видите, яркие, печать очень хорошая. Тени есть, все, как если бы вы нарисовали красками, либо гель-красками на ноготках. Так, располагаю, ой, малиночку. Какая шикарная малинка. Ссылочки на гель-лаки, на базу, на топ, которые я сегодня использую в своем видео, я оставлю в описании под видео. Можете зайти, посмотреть, заказать себе, если вам понравятся они. Итак, давайте нанесем. У меня топ глянцевый от Мирледи. Мне он очень нравится. Долго сохраняется блеск, не стирается. Покрываю наш дизайн готовый и отправляю на полимеризацию в лампу. Так, девочки, давайте я сейчас покрою все типсы топом и покажу вам поближе. Вот такие простые, незамысловатые, но очень-очень красивые варианты дизайнов мы с вами сегодня вместе сделали. Еще раз хочу сказать, что эти наклеечки я приобрела на сайте AliExpress. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Также там вы найдете ссылку на топ от Мирледи и на мои соцсети. Добавляйтесь ко мне в друзья, добавляйтесь в группу ВКонтакте, общайтесь, спрашивайте, задавайте свои вопросы. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых, очень интересных обзоров, мастер-классов и так далее. На этом с вами я прощаюсь. Желаю вам всего доброго. Пока-пока.